Егорьевский механический завод представляет самоходную косилку-плющилку «Мещера Е-403». Эти современные машины, способные за короткое время убирать огромные площади, завоевали высокую оценку фермеров и были отмечены призами на престижных агропромышленных выставках. Года подряд эта машина выставляется на выставках, и практически на всех выставках, которых мы выставляли ее, машина занимает призовые места и получала медали. В прошлом году на выставке «Золотая осень» в Москве на ВВЦ мы получили медаль за импортозамещение. Мы решили сделать аналог машины, которая достаточно была широко известна. К тому времени форшриты остались в сельских хозяйствах только в виде металлолома. Они проработали уже больше 20 лет. Сама машина была уже практически в конце жизненного цикла, поэтому нужна была срочная замена ей. Машина современная, та, которую мы представляем, она вобрала в себя все самое лучшее от прототипа, но тем не менее подверглась очень большой модернизации. Взяв все лучшее от своего прототипа, машина стала еще маневреннее и надежнее. Современный труженик полей прост в эксплуатации, комфортабелен, удобен и оснащен производительным навесным оборудованием. Одним словом, созданы все условия для продолжительной продуктивной работы. В кабине создана благоприятная среда обитания. Оператор, отработав обычный 8-часовой день, не устает. Кабина оборудована сиденьем высокоэргономичным. Значит, рулевая колонка легко регулируется по высоте и по наклону. Это все создает комфортные условия на рабочем месте. Она агрегатируется с шестью типами жаток, которые выпускает Егорьевский механический завод. Поэтому у крестьянина всегда есть возможность выбрать именно ту жатку, которая ему больше всего подходит. Кроме этого, она оснащается плющильным агрегатом, валкооборачивателем и роторной навесной жаткой. Жатки для уборки кормовых культур Егорьевского механического завода хорошо зарекомендовали себя в составе кормоуборочных комплексов сельскохозяйственных предприятий. В конструкции жаток применяется надежная рамная конструкция, система среза и привод ножа «Шумахер». Сегменты ножа крепятся на болтах, что позволяет быстро проводить их замену. В списке новшеств – усовершенствованная многофункциональная зерновая жатка. На нее возложена особая миссия. Она значительно увеличивает производственный цикл и дает возможность укладывать скошенную массу по центру или сбоку, позволяя формировать одинарный или сдвоенный волок. Одним из главных достоинств является то, что «Мещера Е-403» неприхотлива в эксплуатации и проста в ремонте, а значит, всегда в поле, всегда в рабочем строю. Основной плюс нашей машины – это, конечно же, ее простота. Любой механизатор сможет провести обслуживание этой машины, и у него не возникнет сложности при ее эксплуатации. Сельхозмашины Егорьевского механического завода ничем не уступают современным европейским аналогам. Доказательство тому – высокие технические характеристики. Накопленный опыт позволяет заводу осуществлять полный цикл работ по производству самоходной косилки «Мещера Е-403» и изготавливать почти все конструктивные элементы самостоятельно. Производство оснащено самым современным оборудованием.
вакуумная печь Ипсон с возможностью цементации и нитроцементации. Это современный станок лазерного раскроя, фрезерный центр Мазак, станок для изготовления оснастки Сахо, листогибы Амада, гидравлические ножницы Амада. Модернизация завода развивается огромными темпами, увеличиваются объемы продаж и расширяется география рынка. Продукция радует не только российских потребителей, но и сельхозработников Армении и Республики Казахстан. Но останавливаться на достигнутом Егорьевский механический завод не собирается. Мы намерены и дальше повышать качественный уровень выпускаемой техники, совершенствовать технологию производства и продолжать оснащать завод передовым оборудованием.